это высокий мужчина, красивый. Ну, можно не обязательно сильно красивый, главное, чтобы он был такой характерно внешний, брутальный, чтобы не прикричить, такая была немножко. Вот. Обеспеченный. Уверен в себе. Чтобы меня очень любили. Вот для меня как такового идеала красоты не существует, поскольку все люди абсолютно разные. У каждого есть какие-то свои определенные черты. Ну и в каждом человеке можно найти что-то красивое и привлекательное. Ну, что еще можно сказать? Человек сам по себе привлекает больше не внешне, а внутренне. То есть его стоит узнать, потому что и найти что-то запоминающееся, красивое, что привлекает. Вообще, что такое для меня идеал красоты? Ну, наверное, это человек прекрасный духовно, а не только физически. Физически это может быть каким угодно. У тебя могут быть большие глаза, слишком большой нос или слишком короткие ноги. Но при этом ты должен всегда оставаться человеком. И, наверное, только в этом случае ты действительно можешь быть красивым. А вообще, даже самая красивая девушка, она может быть внутри просто пустышкой. И ее никто, ну нет, конечно же, ее будут любить, но, наверное, богатый муж. Ну, а если ты хочешь, чтобы тебя любили твои родные и близкие, всегда нужно быть сердечным и здоровым человеком. Мой идеал красоты – это, скорее всего, больше внутренний мир. Ну, естественно, первоначально я смотрю внешность, только потом узнаю внутренний человек. У меня есть свой идеал. Нашла своего мужчину идеального. Всем девушкам желаю найти идеального мужчину. Я уже его нашла. Люблю его без ума. Мой идеал красоты – это аккуратная, стройная брюнетка с длинными темными волосами, с замечательной белой кожей, с замечательными глазами. Мне легко это описывать, потому что я уже встретил. Я желаю каждому человеку найти свой идеал, любить.